Люберецкие предприятия выходят на новый уровень и открывают новые возможности для развития бизнеса. На территории кофейной фабрики, которая работает в округе с 1997 года, появился тренинг-центр. С помощью специальных курсов там обучают азам приготовления вкусного бодрящего напитка. Тему продолжит Луиза Егиазарян. Есть базовый курс для начинающих. После того, как ученик уходит от нас, он умеет работать с оборудованием, с зерном, с настройками, а также взбивать молоко и какие-то техники латарта, возможно, дадутся для человека. Длительность такого курса 5 дней по 6 часов, а для дополнительного обучения уже профессиональных бариста потребуется чуть больше времени. Опытным специалистам раскрывают секреты приготовления черного кофе. Уголок, где есть возможность научиться или обучиться, каким образом правильно кофе заварить, как правильно его приготовить, как правильно его потреблять. Здесь собран замечательный такой молодежный коллектив, где у ребят горят глаза, они любят, я так вижу, вот это дело, эту профессию, они гордятся, что здесь работают. Тренинг-центр открыт на территории предприятия, где уже четверть века производят кофе. Компания ставит перед собой задачу не просто выпускать продукцию, а в полной мере удовлетворять все запросы кофейной индустрии. Кофейный бизнес – это не просто привезти кофе и его пожарить. Это вся цепочка, да, от выбора кофе в стране произрастания, правильной логистики, правильного хранения и его дальнейшей транспортировки до клиента. И, безусловно, для того, чтобы ценитель кофе, человек, который потребляет правильно его, почувствовал правильный вкус, да, его нужно правильно приготовить. Иначе все остальное, что было сделано до этого, это просто будет тщетным трудом. Успехи компании важны не только для развития бизнеса, но и имеют большое значение для всего городского округа. Слаженную работу коллектива отметили представители Совета депутатов. Народные избранники вручили сотрудникам предприятия благодарственные письма, а также выслушали их вопросы и пожелания. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.